кого угодно, из Китайской Народной Республики. В определенных ситуациях, в определенный момент, и из Индии с той же пытались. Сейчас заигрывают, конечно, мы это прекрасно понимаем. Мы чувствуем и видим расклады в Азии. Да, все понятно. Ну, там индийское руководство, я хочу сказать, самостоятельное. Очень национально ориентированное. Я думаю, что вот эти попытки не имеют никакого смысла. Но, тем не менее, они продолжаются. Из арабского мира пытаются лепить врага. Тоже избирательно, ну, стараются действовать аккуратно. Но, тем не менее, в целом к этому все сводится. Каждый отдает себе отчет, что в международной системе, где царит произвол, где все решает тот, кто возобновил себя исключительным, безгрешным и единственно правым, под ударом может оказаться кто угодно –